Представляем вашему вниманию систему охлаждения для процессора от компании Cooler Master модели Hyper 212 EVO. В комплект входят разные виды крепления, инструкция по установке, а также фирменная термопаста от компании Cooler Master. Данная система охлаждения совместима со всеми сокетами. Однако стоит отметить, что она может быть совместима с платформой Intel LGA 2011 при условии покупки переходника. Это улучшенная и доработанная версия, отлично себя зарекомендовавшего Hyper 212+. Самое важное отличие EVO от предыдущей версии заключается в применении существенно улучшенной технологии Direct Contact. В новом исполнении эта технология называется Continuous Direct Contact. Применение данной технологии позволило существенно улучшить передачу тепла к трубкам при применении на многоядерных процессорах, что особенно актуально в настоящий момент, когда одно- или двухъядерные процессоры активно вытесняются 4- и 6-ядерными. Улучшения позволили существенно снизить обороты вентилятора. Размер вентилятора составляет 12 см. Материал поверхности соприкосновения с процессором выполнен из меди, а материал радиатора выполнен из алюминия. Данный кулер имеет 4 тепловые трубки. Частота вращения вентилятора составляет от 600 до 1600 оборотов за минуту. Тип подшипника – скольжение, увеличенного срока службы. Уровень шума составляет от 9 до 31 дБ. Питание производится от 4-пинового коннектора. Вес составляет чуть более 450 грамм. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.